Итак, доброе утро. Снова мы собираемся. Снова мы уезжаем дальше. Уже последняя остановка в Кале. Ночевка. И дальше едем в Ливерпуль. Я грущу неимоверно. Не хочу никуда уезжать. Всем уже по дому соскучились. Все хотят комфорта и удобства. А я готова жить в лесу. Все еще. Если тут будет 31. Нет. Мои детки уже там веселятся, вовсю играются. Вот. Не знаю, где, на батутах или на машинках. На машинках вон гоняют. Сейчас покажу вам их. Они такие веселые у меня, девчули. Вот тут гонки у нас вовсю на картингах. Ну вот Настя, как всегда, проиграла и плачет теперь. Это типичная Настя. Еще две вещи хотела показать вам. Смотрите, въезжаешь туда, и в самом краю у нас, что вы думали, кусты помидоры. Причем мега помидоры. Смотрите, какие мега помидоры. А это, мне кажется, кабачки. Вот такой огород. А сейчас еще вам кое-что покажу. Смотрите, у нас есть такой охранник славный. Привет! Привет, Фиоса! Привет! Он ночью нас тоже охранял, да? Он ходит тут от одних к другим. Кто угостит, кто поиграет, с теми и друг. Вот такой у нас классный охранник. Да, жарко тебе. Жарко, собака, да? Вот. Так что кемпинг хороший. Даже с охраной. Да? Ой, какой ты... Жарко пёсику, жарко. Человек с палкой-махалкой. Да? Видишь? Поснимай человека с палкой-махалкой. То бишь они приводят, ставят его на дубного. Да? Вон, смотри. Надувной строитель какой-то. И он ничего не делает так же, как и наши. Вот уже пробки стоим, наверное, полчаса. Как бы все въезжаем. Вроде бы в одну полосу из четырех, такое чувство. Туда поехали пожарные, и скорые, и все возможные службы. Не знаю, что там случилось. Высотой 2 метра. По нашим расчетам, наша машина 2.10. Правда, мы мерили с запасом, но по всеми балками мы проехали нормально. Так что это хорошо.
Мы приехали в кемпинг, наш последний кемпинг в этом году. Вот наша палатка. Находится он в таком местечке уединенном. Там бар веселенький, там туалет. Вот. Очень мило, но сегодня здесь гундят люди. Опускай. А тут гунжу я, потому что мне холодно, здесь 20 градусов. Нет, мама сказала, это последний кемпинг. Завтра кемпинг будет 208 Cherry Lane. Итак, доброе утро. Сейчас 7:35. Мы, как всегда, молодцы. За полчаса все убрали, весь наш лагерь. И теперь в порт. Завтракает. Он тут у нас корабль такой. Не знаю, наш или не наш. Нет. Наш. Нет, был пионер. Это не наш. А, это ПНО. Это не наш корабль. Жаль. А вот там кафе, туалет. Okay. Все, едем на самый богатый этот паром в Кале. Сейчас. Уже все заезжают, сейчас у нас погонят. Посмотрим. Мы на Irish Ferries еще не катались. Посмотрим, как это будет по-другому. Наверное, последний, на которых мы не катались. Все. Ну, ты показывай себя так. Клетки стоим.
в клетке. Вот там дверь. Ну, проходить здесь уже... Да. Да, места тут точно меньше. Да. Давайте не ругаться. Вы на камеру снимаетесь. Ваше плохое поведение. Что? Золотые поручни. Золотые поручни. Туда. Окна запотевшие. Очень классно. Там закрыто. Почему-то перестали гудеть, заметила тоже, да? Теша, моя голова любимая, вот скажи. Я думаю, в пятой. Я думаю, в шесть. Мам, я думаю, в шесть. А, в шесть. Spirit of France. Thank you.
Quarter of a mile, keep right, then keep left.